Привет. Эй, погоди-ка, что ты здесь забыл? Я слышал, что ты занимаешься запретными экспериментами. Что, прости? Кто тебе такое сказал? Шучу, шучу. Меня прислал мастер Варга. Как дела с экспериментом? Не совсем так, как мы планировали. Я собирался полить растения реагентом, а потом скормить их мясным жукам. Затем надо было изучить их печень, и тут набежали полевики. И? Они сожрали и жуков, и растения. Теперь они разоряют поля к югу отсюда. Если мастер Варган про это узнает, он сам впадет в ярость не хуже полевика. Выходит, эксперимент провалился. Может, мастеру Варгану подойдет и печень полевиков? Ведь как ни крути, но реагент они съели. Что ж, тогда удачи. Пойду сообщу мастеру Варгану. Стой! Подожди! Не ходи! Что такое? Ты ведь при оружии. Посмотри на меня. Ну, что прикажешь делать мне? Хватит скулить. Перебью я этих полевиков. Сколько их печенок тебе надо? Все, что есть. Может быть, мне стоит перестать задавать вопросы? Куда ушли полевики? Они спустились вниз по скале. По скале, ага. Ну да. Там есть тропинка, ведущая к сараю. Туда они и уползли. Что за эксперимент вы тут затеяли? Мастер Варган решил создать новую отраву, которая убивает полевиков, но безвредна для людей. Почтенный Актар весьма заинтересовался этой идеей. Конечно, начали мы с мясных жуков. Они менее опасны. Так значит, эксперимент прошел даже лучше, чем было задумано. Да ты что, шутишь? Эти мерзавцы все испортили. Но реагент же ведь в итоге и предназначался для полевиков, разве нет? Так теперь ты сможешь понаблюдать за его действием прямо на них. О, я не смотрел на дело с такой стороны. А ты прав. Эй! Добро пожаловать! Люди ропчут, пить совсем нечего. Молю, скажи, что ты его принес. А вот и твой мед, дорогой трактирщик. Отлично! Немедля пущу его в дело. Постой. Что такое? Ах да, награда. Вот. Да? Как идет эксперимент? Что поделывает Хем? Плоды твоего эксперимента стали едой полевиков. Что? Этот мальчишка ни с чем справиться не может. Ну ничего, я из него дурь шпандрем-то выбью.
Не стоит так серчать. Я позаботился о полевиках и принес вам их печенки. Хэм считает, что она тоже сгодится. Вот как. Может, он и не слишком глуп. Посмотрим. Мне надо срочно проверить качество печенок. Ты должен срочно обучить меня зельеварению. Да, да, конечно. Слушай, у меня сейчас нет на это времени, так что держи рецепт. Ты ведь умеешь читать? Да, умею. Сгодится и рецепт. Давай его сюда. Thank you.
Добро пожаловать на мою ферму. Вижу, ты цел. Разве мне что-то угрожало? Так ведь все поля загажены этими полевиками. Мои работники боятся даже подходить к угодьям. Экие трусы. Может, ты сумеешь мне помочь? С полевиками я быстро управлюсь. Я уже побывал на полях и расшугал полевиков. Спасибо тебе, путник. Ты честно заслужил свою награду. Скоро можно будет выгнать ленивых бездельников на поля. Ну, что еще не так? Земля не родит, погода плоха, работники дармоеды. Все как обычно. Тебя война не очень интересует, да? Война то, война это. А что прикажешь делать простому работяге? Все, что мне нужно, это с прибылью продать урожай. И плевать, кому именно. Ты не боишься робора? Робора? Свихнувшегося короля? Ха, я боюсь реальных вещей, вроде града, а не всяких выдумок.
Стой, кто идет? Меня Лювен послала. Как там ваши дела? Давно уже пора Гертану вышвырнуть Ренвика из Тёрка. А что, если бы я нашел доказательство того, что Ренвик предатель? Тогда ему был бы конец. С этим тебе не мешкая, нужно Гертану. Где Гертан? В глубине пещеры. Что ты здесь делаешь? Спокойней, Гертан. Меня прислала твоя сестра. Я принес письма, которые помогут вашему делу. О каких письмах идет речь? О бумагах, которые доказывают связь твоего брата с королем Робором. Неужели? Они нам пригодятся. Теперь каждый житель Стёрка займет нашу сторону. Ренвику конец. Благодарю, незнакомец. Все, что мне нужно, это получить право на проход к Сильверлейку и вызволить Диего из тюрьмы. Большего не прошу. Быть посему. Даю тебе слово. А сейчас в Стёрк и поживей. Проклятье! Что стало с Риклином? Кто такой Риклин? И что стряслось? Риклин один из моих лучших людей. Он ушел в нижнюю часть пещеры. Надо его разыскать. Может, разделимся? Ты займешься своим братом, а я поищу Риклина. В самом деле? Что бы мы без тебя делали? Вот и я задаю себе тот же вопрос.
Эй! Стоять! А, это ты. Ты самое интересное пропустил. Барон-то сейчас в темнице, и теперь правит его брат. Это хорошо, что Гертан пришел к власти, а то все усилия пропали бы в туне. Что? Погоди, а ты часом не... Мне пора идти. Приветствую! Я так рад тебя видеть! Что случилось с Риклином? Когда я нашел Риклина, он был уже мертв. Уже мертв, говоришь? Как грустно. Но я сдержу свое слово. Диего выйдет на свободу, а ты получишь разрешение. Весь Стюарк теперь у тебя в долгу. Вот, прими этот щит как знак нашей дружбы. Только те, кто принадлежит к дому Стюарка и его ближайшие друзья, могут его носить. А еще я велел слугам подобрать для тебя несколько комплектов доспехов. Наверняка хоть один из них будет сидеть на тебе, как влитой. В долине крови он точно окажется не лишним. Что будет с Ренвиком? Предательство не прощают. Но что с ним будет, решат люди. Пока что мой брат сидит в темнице. Там у него будет достаточно времени, чтобы подумать о содеянном. Жаль мне брата. Это змей Мермунд его подбил. Что ждет Мермунда в будущем? Если объявится Робор, попробую использовать его как пешку в игре. Что если Робор и правда придет под стены? Робор убедится, что люди Стюарка ценят свою свободу. Мы будем сражаться. Если такова судьба, я готов следовать за королем Эторном до самой смерти. Это большая честь для меня. С вашего позволения, мне бы хотелось отправиться в путь. Понимаю. Одна последняя просьба. Да? Если встретишь в Сильверлейке Гилтера, отдай ему это письмо. Будет исполнено. Счастливой дороги. И да пребудет с тобой Иннос. Ты сделал это! Стюарк спасен! Я всего лишь принес Гертану документы. Ой, да не скромничай ты, право же. Ты помог городу вновь обрести свой дух. Я никогда не забуду того, что ты для нас сделал.